Всем привет! Сегодня к вашему вниманию представляем вот такое вот необычное зеркало, которое держит кот или кошка. Вот оно выглядит каким-то образом. Как вы видите, кот изображен в сидячей форме. То есть сзади у него тут на попе есть такие специальные насадки, которые будут смягчать его приземление, скажем так, на поверхность вашей мебели. Вот таким образом оно смотрится. То есть зеркало очень необычное, может служить как и зеркалом, как и статуэткой. Его можно поставить наверх вашего шкафчика, тумбочки. Будет смотреться оригинально. Создано оно из полистоуна, на ощупь такое, похоже, приближенно к дереву. Вот. Что еще можно сказать? Ну, штука довольно необычная, таких зеркал мало, поэтому заходите к нам, пожалуйста, покупайте, будем рады вас видеть.